Привет. Заходи, присаживайся. Значит так, этого видео на канале быть не должно было. Но, тем не менее, оно есть. Поэтому с тебя лайк, с меня видос. Если ты готов, мы начинаем. Поехали. Эй-йоу! Всем привет, братья мои, сестры, друзья мои, подружки, и добро пожаловать в PlayRunners Battlegrounds в рейтинговые ранговые битвы. Значит, я для тебя снимал предыдущую серию по PUBG, и ребята мне сказали: отец, дай шанс рандому. Сказали: отец, ну поиграй еще с рандомами. Я поиграл, значит. Я поиграл до записи, блядь. Рассказываю тебе ситуации. Ситуация первая, блядь, игры в PUBG в ранговые игры, знаешь. Приземляешься, блядь, все уезжают, разбирают автомобили, блядь, тебя не дожидаются. Пизду. Хорошо, пришел нахуй, прострелил им все колеса нахуй, они меня убили. Похуй. Катка номер два, блядь. Заходим, блядь. Что-то они радостные начинают бегать, прыгать, блядь, кидать в меня флешки. Стрелять мне в спину. Убил обоих нахуй. Поиграли, блядь. И вот третья катка. Вот такие вот, блядь, ранговые игры. Сейчас посмотрим, как будут вести себя индивидуумы. Как обезьянки, блядь. Понимаешь, прыгают, блядь. Вокруг тебя, блядь. Скачут нахуй, радостно. Я не понимаю. Так, у нас здесь индивидуумов много. Давай поиграем, короче, поболтаем с тобой. Как бы, хули нам кабанам. Не забывай въебывать мне лайк, если хочешь PUBG на канале, чтобы я тебя вот так вот поснимывал, что-нибудь поигрывал, как бы, чтобы мы с тобой пиздели, как говорится, рассказывали друг другу радостные сексуальные истории, либо не сексуальные истории. Расскажи, какие у тебя истории накопились, чем сейчас занимаешься, что там вообще? Чем вообще работаешь, учеба у тебя хуеба, что там, рассказывай. Рассказывай, расскажи о своих проблемах, блядь. Давай представим, что у нас здесь кружок PUBG-голиков, блядь. И мы такие собрались и рассказываем там о своих проблемах. Блядь, там у меня в личной жизни все плохо, но я каждый день продолжаю играть в PUBG. Я захожу в него, несмотря на то, что игра мертвая, и здесь дохуя читеров. Ну хотя и в Warzone дохуя читеров, везде дохуя читеров, но я продолжаю играть, потому что мне это нравится. Ну что-нибудь такое, расскажи мне какую-нибудь свою историю. Давай, поделись. У нас будет кружок, мы сидим напротив друг друга, все считай, блядь. Ставим лайки, значит, на это видео. И общаемся. Давай представим так. Так, сейчас посмотрю, что у нас здесь есть. Давай. Мы PUBG-голики, блядь. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я зависим от PUBG уже 3 года. Я не могу. Каждое утро я даже не мою писюн, не чищу зубы, сажусь за компьютер, звоню другу в Дискорде, мы ласкаем друг друга, говорим, что мы охуенные, идем играть в PUBG. Ну что-нибудь такое, каких-нибудь историй расскажи, каких-нибудь радостных, веселых. А тут ты какой-то невеселый, блядь. Меня обманывают, понимаешь, мои ребята, как бы я хоть с тобой поговорю сейчас здесь на этом видео, значит. Говорят, да, отец, я буду приходить, блядь, смотреть Days Gone твое прохождение. Нахуй никому не надо, блядь. Нахуй никому не надо, понимаешь, снимаешь. Ну вот так вот. Наебали меня, короче, меня обманывают. Так, перестрелочка. Сейчас мы внедримся с тобой, пиздюляточку раздадим. А, либо песос пососем, ну, скорее всего, раздадим. Блять, где здесь выход? Все, пацаны, иду! Иду ебенить! Где? Кто обижает? Маленький мой, блядь. Где же ты, маленький, блядь? Любишь ватрушку? Здрасте! Спрятался, мой хорош, мой. Это мой маленький. Павьер мой, блядь. Туалет нашел, блядь. И заселась, да, мой хорош, такой красивый. Это ебаный пиздос. Это такой мой сладенький такой, блядь. Ты готовился папе, да, блядь? Насобирал для папы, блядь, курьер мой маленький такой. Это ты мой сладкий такой. Это такие они хорошие все в PUBG рейде. Забьется в уголочек, сидит, думает, сейчас разъебет. Но нихуя не тут-то было! Да. Игра, конечно, говнище, но иногда приятно прижучить пабгера в туалете, блядь. Чё там? Говорят, на мобилочках сейчас все играют в разные игры. Ну и как тебе? Я вот не представляю, как можно на мобилке играть в шутеры, если честно. То есть, блядь, ну это же нужно, блядь, гладить свой планшет или телефон, блядь. Ну я, блядь. Я вот от сосков отказываюсь, да, на PlayStation. То есть, ну как можно не держать мышку и в кого-то стрелять, блядь. Ну вот я вот этого не понимаю. То есть, ну это не мое просто. Как бы есть вот личностные ощущения, понимаешь? И вот точно поглаживать, сидеть свой телефон, блядь. Это точно не мое. Как бы я люблю гладить там, я не знаю, там тело любимой моей жены, да, моей женщины, да, так же, как сосочки. Ну все люблю это. Ну как? Как можно технику-то так наглаживать-то, ебаный, наедренивать, блядь, чтобы убивать? Но я вот этого не понимаю. Объясните мне, пожалуйста, как вы играете в шутеры на этом всем. Я понимаю, мышку в руке держишь, да, блядь? Вот это да. Так, что такое? Переебенило кого-то? Я понял, ебланилово, да, идет?
Внедряюсь, пацаны! Хорошо! Хорошо, отработан, ноу! Мои хорошие такие сладкие здесь тоже собрались, бля, прижучили их, понимаешь? Ну, пацаны не ожидали, понимаешь? Вот они, пабги, вот они. Их жучишь просто, и все, и они жучатся, ебать, в углах. Понимаешь, в углах сидят, понимаешь? Ласкали друг друга, блядь, там в Дискорде по-любому. Подними меня, блядь, я не знаю, Петя, подними меня. А Вася ему говорит, да, я сейчас тебя подниму, подожди, нас рашат. Аккуратно, Вася, тра-да-да-да-да! И пизда пабгерам, то есть вот такая история, блядь. Ну а хули тут поделать? Тут хули нам кабанам, как говорится. Ну такая ситуация, это пабгеры, понимаешь? Вот, ну так они играют. Письку не мыл, блядь, но уже в углу с другом зажался. То есть, ну вот такие вот игроки. Ну что мы с этим поделаем? А ничего не поделаем. Так, все ли у нас есть? Лишь бы на песос не сесть. Все ли у нас есть? В папку пришел я сесть поесть. Заебись, но сесть. Извини, блядь. У меня нервная установка в последнее время. Так. Так, залупнинку всякую. Так, значит, нам нужно ебенить дальше, короче. Все, надо не расслабляться, блядь. Пабгеры повсюду, они жмут друг друга. Ласковые мои! Пацаны родные, зажатые в тиски, песосы не прикрыли. Угу. Хорошо, пизда по кочкам катится сегодня. Но я люблю папку только за одну, знаешь. За то, что здесь всегда можно спеть. Понимаешь, можно подумать о чем-то другом. Вспомнить какой-нибудь фильм, пока ты бегаешь. Потому что игра... Это симулятор бега и немножечко стрельбы кривой причем, да? То есть здесь пушки же все стреляют достаточно кривенько. Макросники всякие здесь орудуют как бы и получают удовольствие от этой игры, да? Но макросов себе нахуячат, блядь, и радостные бегают, понимаешь? Друг друга целуют, блядь, в Дискорде со своими друзьями, блядь. Ой, у меня макрос, у меня, не смотри, какой я макрос скачал, у меня макрос пиздачий. Блять, понимаешь, тут очень много нечестной игры, как бы. Да хотя в Warzone тоже, в каждой катке есть читеры, это однозначно. Сейчас любую игру возьми, да, профессиональную. Я имею в виду не профессиональную, блять, а игру, которая достаточно популярна, да, имеет спрос, как говорится, имеет в себе индивидуумов играющих. Значит, везде, в любой из этих игр у нас будет с тобой хуй с читами. Вот ты в катку заходишь, знай, хуй с читом здесь есть. Хуй с читами тоже проигрывают, но они однозначно есть. Понимаешь, это же негодяи, они ж подлецы, они плодятся нахуй. И у них, понимаешь, у них это же наркомания. Один раз попробовал, все, они не могут отказаться, блядь. Понимаешь, это такая проблема у людей. Они их забанят в папк нахуй, они, ладно, похуй, пойду в Warzone, блядь, почитерю нахуй. Купит там еще какую-нибудь себе хуйню, блядь, его забанят через день. Там, но он зато наиграется, блядь. Понимаешь, потом делает какой-нибудь новый аккаунт, что-нибудь меняет и все, Ну, короче, ты понял, блядь, понимаешь? Они везде, они всегда будут. Это больные люди, как бы, их нужно закрывать, блядь, в диспансеры и лечить от читерства, понимаешь? Потому что, ну, вот такая вот ситуация. Вот, к сожалению. Поэтому всерьез воспринимать каждое свое поражение, ну, вообще, без поражения не бывает побед, как бы. То есть, если ты серьезно настроен играть, то я вот по фанчику играю, да, захожу там прокатить, там, хуяк-хуяк, пизды, ты пострелялся, получил удовольствие, получил какой-то кайф, какой-то замес, все, я получил свою дозу удовольствия. Потому что игры у нас созданы для чего? Для того, чтобы удовлетворять тебя, да, не в сексуальном плане, чтобы ты кончил от игры, да, а именно удовлетворять тебя морально, да. Ты пришел после уставшей, после работы, там, например, блядь, ну, это как мои видосы, да, удовлетворяют же тебя, ты приходишь, получаешь дозу позитива, мы с тобой кайфуем, я читаю твои комментарии, лайкаю тебя полностью, ты подписываешься на Инстаграм, пишешь мне что-нибудь, я тебе отвечаю. Либо не отвечаю, но ты видишь, как я отвечаю другим. И все, и у нас все заебись, понимаешь? Мы радостные с тобой, это самое главное, мы радостные. То есть, блядь, мы получаем удовольствие. Игры созданы для удовольствия. Поэтому ты должен поиграть в игру и получить кайф. А если ты играешь в игру и сосешь хуй, да, блядь, а тебе не нравится сосать хуй? Нет, есть люди, которым нравится сосать хуй. Я абсолютно согласен. То есть кто-то получает удовольствие от того, что сосет хуй. Ну, это желание человека. Но я имею в виду сосать хуй в плохом его проявлении. То есть сосать хуй тогда, когда, ну, тебе реально не нравится процесс геймплея. Ты нарываешься на читера, сосешь хуй. Да, то есть ты сосешь хуй, потом еще хуй сосешь, и все. И все, понимаешь, и все. И ты не получаешь удовольствия от игры, ты получаешь негативные эмоции.
И ты ничего не можешь с этим сделать. И вот PUBG должна быть игрой. Вот если пока получаешь удовольствие, надо в него поиграть. У меня сегодня настроение поиграть, понимаешь? Никто не бегает. Это очень плохо. То есть, удовольствие в первую очередь. То есть, если, конечно, ты не хочешь там играть, там, я не знаю, на каких-то турнирах по PUBG, чего я не понимаю, особенно не лановые турниры, да? Турниры по всем играм, так, включая Warzone, Huizone, Sason. Любые игры, которые есть сейчас, должны проводиться в LAN-формате в помещениях. Потому что всякие разные люди есть, как говорится. Всякие разные люди имеются и имеют положение, как говорится, въебать читачку. Куда же ты стреляешь, мой родимый пацан? Тот, кого стреляешь, наверное, засал. Засал и убежал, засал и убежал, засалом побежал, засалом побежал. Любишь сало? Если да, то какое? Любишь, когда сало тает у тебя во рту? У меня есть знакомый, который любит, когда сало не только из холодильника, а чтобы оно подтаяло, понимаешь? Чтоб ты клал его на язык, и сало таяло у тебя во рту, понимаешь? Чтобы весь жир растекался по твоему языку. Ты чувствовал тепло этого сала, а сало чувствовало тебя. Прошу прощения. Прошу прощения. Пабгирочек, ты мой. Я так люблю стрелять. Это очень странно. Они просто съебались, что ли? Они просто съебались и испугались, понимаешь? Что хуже? Просто съебаться или съебаться и испугаться? Как ты считаешь? Ну, ответь мне на вопрос. Это очень философский вопрос. Обдумай хорошо свой ответ. Самолет летит, это Джонни. Джонни аирдроп мне скинет, нет? Джонни, любимый мой красивый Джонни. Вообще меня бомбит, да, понимаешь? Меня бомбит от голодных игр, потому что сейчас другое время голодных игр, да, сейчас. Сейчас все предпочитают присесть в укромные позиции, занять ее и простреливать территорию. Научились, понимаешь, блядь. Научились. Раньше все бегали, блядь, а сейчас научились, блядь. И вот это вот хуёво, то, что, понимаешь, научились держать территорию, блядь, свою тактическую, знаешь, по крысиному. То есть я только тактически держу, остальные крысы. Это ты должен себя так утешать, если ты хочешь принимать свои поражения. Так вот, значит, вот эти вот крысы, блядь, рассиживаются, понимаешь, любой уголок, хуёк, блядь, камешок, кустик-хуюстик. Занимают все абсолютно, понимаешь, простреливают себе территорию, и ты вот понимаешь, ты бежишь, сейчас хуй какой-нибудь тебе пизданет просто, который вот, блядь, ну вообще еле на тебя наведется, но он тебе все равно пизданет, потому что ты будешь на открытом поле. Так, рассказывай. Где хуячил-то, братишка? Хуево-то, что в PUBG нету меток, как в Warzone, чтобы ты видел ее визуально, эту меточку. Это очень плохо, то, что здесь метки ставятся по-уебищному. Могли бы уже переделать, я не знаю. Хотя это, возможно, у разработчиков типа влияет на механики игры, мы не будем делать как Warzone, но, блядь, в Warzone удобно. Ставишь меточку, и все туда хуячат, все туда смотрят. Ты смотришь на меточку, меточка поставлена, вы оба в сексе, то есть твоя меточка и ты. То есть все, все прекрасно происходит. Здесь, блядь, нихуя непонятно. На миникарте отмечаешь, блядь, пытаешься примерить примерно. Ну такое. Поэтому PUBG такая достаточно веселая игра. Сексуализирована, правда, не очень уже, да? То есть, ну, вот по сравнению с Warzone. Так, здесь ебенило. Близкий контакт у нас. Как будто из дома сидит, того шмаляет. Очень близкий контакт. Как будто прямо в домике сидит хуй. Наслаждается выстрелами. Ах ты, собака, блядь. Ах ты шалудивый, блядь. Где? А, не убежал, блядь. Так, хорошо, нас мож.
Так, хорошо. Здесь за углом. Меня слышат. Хуй. Хуй. Здрасте. Коломбот, блядь. Так, все у нас заебись. У нас все заебись. Мы с тобой ебашим в попугаев. Попуга. Я все понимаю. Эта игра так работает. Я понимаю абсолютно. Блять, он будет бежать в параллели с нами. Интересно, стрелять будет? Не вижу. Ладно, бежим на территорию. Ну так вот. Вот папка заебись, знаешь, что мне нравится? То, что мы с тобой попиздеть можем, да, о разных вещах. Мы с тобой берем и пиздим, да, у нас радостно с тобой. Вот, блядь, папка, потому что он дает тебе попиздеть, блядь. Постреляли там чуть-чуть, убили кого-то, хуяк пиздык не так много. Сейчас. У нас здесь нехилая разборочка, блядь. Я не вижу того молодого человека. Вот, понимаешь, вот эти вот промежуточки. Немножко пострелял, побежал дальше. То есть, как бы, все дальше прячутся по своим туалетам, блядь. Каждый выбирает свой туалет в этой игре, блядь. Каждый любит туалетную войну. Каждый любит наслаждаться туалетом, блядь. Каждый выбирает себе маленькую комнатку, где можно засесть, нахуй, в зоне. Ну, то есть, такая игра, ты понимаешь, что от туалета до туалета, как бы, у тебя есть промежуток, где ты можешь песни спеть. Знаешь, попиздеть с кем-нибудь. Ну, вот это да, вот за это я люблю PUBG. За то, что это, блядь, игра создана для попизделок, блядь. Ну, это мне как человек, который занимается созданием контента. То есть мне заебись вообще, вот в этом плане, блядь. Не придумал. А вот и хуй. Это хуй, который был в параллели. Игра непринужденная, немножко секса, немножко там того-сего, как бы. Здесь кто-то есть. Жучить могут нас с пацанами-то, ебать. Жучить могут нас с пацанами, пацаны. Пацаны любят жучить пацанов. Это папка. Не лезь сюда. Если ты не готов, чтобы тебя жучили прямо в спину, прямо в попку, прямо в спину. Так, нужно вот этих перекрывать. Ебенилова идет. Так, нужно быть внимательным. Сейчас по пизделке офнем. Они же могут быть везде, блядь. Они же повсюду, нахуй. Это ж пабгеры. Здесь надо хуям всю графику отключать, короче. Не, ну кто постоянно играет, так и играет на очень низкой. Потому что это правильно. Сюда не на графику ходят смотреть. Это я тоже снимаю, как бы. Мне нихуя не видно из-за этого. Все мельтешит, блядь. Куча детализации. Из-за этого у противника есть преимущество. Нам с тобою заебися по утрам. Ебланилово дальше, да, происходит? Вперед! Средний бой там туда. Ага, хуй пробежал, мартышка моя, блядь. Любители посидеть друг на друге. Блядь, тут надо внедряться нахуй. Тут надо внедряться, братики мои. Помощь?
Так, здесь никого. Хуй сидит в доме. Блять, они оккупировали здесь все. Они по туалетам, сука. Они по туалетам здесь. Нам нужно принимать какое-то решение. Конструктивное. Нам нужно конструктивное решение, ребята. Давай, братишка. Так, значит, отсос. Нам нужно произвести отсос. Отсос к нашему. Понял, понял, понял. Что там, братишка, еще есть? Блять. Какая нахуй сковородка, пятерочка. Хорошо. Хорошо. Пошло, блядь. Хуя себе здесь вьетконг. Ага. Понимаю, блядь. Привет, родной мой. Ну и как тебе сегодняшний вечерочек, блядь? Нормально мы играем, братишка. Нормально. Я спасу тебя, ты же знаешь. Хуй бежит. Хорошо? Блядь, нашего потя... Куда ты споткнулся-то, ёбань? Господи. Господи, нет, 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 нет. Он споткнул. Он почему? Он лег, он подтел. Я не хочу. Я нет. Нет, блядь, нет, 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 я... Куда ты споткнулся-то, ёбань?